можете вести жизнь и довести до вашей ночи денег, дуча, а крыса, вы ничего другого не оставляете. Сиди, Лиза, южурайся. Это агрессивность, вы сач активите, да торчи, чижнятость, полистай на надо. От обливодится, шурайся, да кружайся, мы активите, Лиза. Лиза, что такое примитив, че такое, Лиза? Лиза, по интерцепции, а то... От выдесадилица до левел у май нейм, со кол нейм лист. Это эпидин до левел у май нейм, если пап, до эпидики, от рады, это то интернет, Лиза. Если бой до серии прыжок, это имитант раздражалки просто. Не важно, какие раздражатели, Лиза, даже какие репрессии, знаете. А важно состав Лиза, почему мы так низко стоим, Лиза? Я вот этот вопрос хочу задать Российской Федерации. Это кто низко стоит? Если я, мой креатив, YouTube или сама Россия, или Кремль, Лиза? Why is that so long? I do not understand that everybody should have done that, that torture should have been taken to repush. My code, for example, by Putin line, I said, what Kevin, all of my business, it's an army, просто креатив, Лиза. My ability is on camera, Лиза. But Лиза, 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 что тут такое хуйни, Лиза? Лиза, by idiotical irritants. Like energy is a car on the window. У них там, наверное, кто-то в лесине подох. Они это имеют в виду. Вы почему все вставляют? Мы говорят, ворота открыты. Мы эти метрпульсы говорим, почему у вас открытые ворота? Why your gates are open to see of individuals to see. For example, contact you, понимаете? Or contact FSB, скажем так. Or contact other, contact military echelons, я так скажу. Лиза, the fact, Лиза, that I'm contacting, Лиза, military echelons of Russia or of Israel, is, значит, it's firm. Значит, it's firm and confirmed. Лиза, I'm contacting, and I'm contacting, Лиза, Лиза, military echelons of Russia. И люди, please inform me, Лиза, is a military echelon of contact. Понятно? Вот такая искусственная речь, а там же, вы что позволяете кому угодно, Лиза, to everybody, Лиза, to, Лиза, Лиза. Лиза, to interfere in business, просто гнобить мне в откат, to dry my life, просто why I'm in Moscow, я again, значит, say, I'm living village, and I'm going to live it, да, to покидать я, а because I'm not cousin, а the cousin, so to dry my life, to put the world, to torture, кадыши, to dry my life, through my кадыши, кадыш, Лиза, on level of my watchability, level of my product, and level of my military product, level of my picture, и просто гнобить мне с отданности, от юниора, Лиза. О, май, Лиза, Лиза, winter season, вот какие тут амбиции, о, май, фронетик, значит, он кто? Лиза, Лиза, to develop it, of illness, of cattle, of gold, to pneumonia, of tuberculosis, it seems. Лиза, order to him not to get treated, but he, Лиза, vandalism, behavior, other things, значит, illness, cattle, to drive, all my capabilities, but behind all this, as you can see, Лиза, ты идол, вот сейчас точно по шапке видно, сверху школа, армянский геноцид, всякие годовщины, отставка есть, Путин, не уходите, только в отставку, пожалуйста, раньше времени, Лиза. Это первое, что не уходите, как это сделал Ельцин. Это будет сказаться катастрофа, начнется сразу связи, Лиза. Насчет, ну, господи, мне такие выйти сразу в одних людей, под этим столбом я перескочил все свои речи, все свои интересы. Я работаю на благо России, вы знаете, это крутовато. Россия просто гнобит меня, между берутся, а что-то просто бизнес-лизу. Гражданская война, если вы неожиданно идете в отставку. Блядь, не делайте этого. Вы можете неожиданно почувствовать, что у вас уходит линия, там, как у Ельцина. Из ваших рук можно его чистотать, как обиды письма. Если никакой, да нет, нет, это самое, никакой, так сделал, что вы хотите. Нет, нет. Что вы вас не почувствуете, да, а вы что, прям солдаты, а вы отворите, go from you. And because of dignity, or you understand it's a danger, you can go, go to resignation. So I work, don't do it. После этого ты не таняк, окей? Окей, адъюто, don't go to resignation, we will not allow this. Nor to you, nor to Putin. Мангас. Вот!